А что с теми ребятами, что должны были купцов до Оксенфорта довести? Не знаю, не вернулись они. Должно быть, остались на той стороне Понтера, счастливчики. Или что-то на них напало по дороге. Надо бы сходить посмотреть, только в лес уже войти страшно. Да хранят тебя боги. Ну, да. Здесь кто-то бежал очень быстро, в панике. Следы хорошо отпечатались, но потом они обрываются. Кто-то наступил в вино из разбитой бочки. Следы когтей. Тварь напала с воздуха. Судя по следам когтей, это виверна или велохвост. Разбила бочку с вином, но люди, скорее всего, сбежали. Кайдвианская. Запах будет чувствоваться еще много часов. След ведет в пещеру. Милостивые крылья, у вас по тьмах так глаза светятся, что я сперва подумал, будто ящер идет. Тварь, напавшая на фургон, какая она была? Здоровая? И правда, здоровенная была скотина, здесь протиснуться не смогла. А зубища у нее были, едва мы утекли. Интересно, догнал ли он тех купцов? Так им и надо, сучарам. Теперь первое дело выбраться отсюда. Вы нам поможете, мастер-ведьмак? Рассказывайте, что здесь случилось. Купцы нас наняли, вроде как их на дороге охранять. Мы оглянуться не успели, они нас цап и связали веревками, как баранов. Зачем? А вот это они нам как раз аккуратно объяснили. Что мы, значит, топереча неизбежные жертвы во имя прогресса торговли. И потому они нас оставят у телеги чудищем на сиденье. И правда, прилетел ящер, как по заказу. Чудище, должно быть, привыкли, что по этому тракту перевозят припасы для армии. Ну да, умная была тварь. Сразу нам отрезала дорогу, так что пришлось нам сюда влезть. А вот бедный Томил не успел. Я займусь чудищем. Виверны часто пытаются загнать жертву поближе к гнезду, так что искать, думаю, недолго. Мы тут подождем, чтоб не мешать. Королевская виверна. Вот это мне повезло.
это не они напали на этих людей. Здесь где-то притаилась королевская виверна. Надо уничтожить гнезда, а то они снова расплодятся. Гнездо драконидов, надо его уничтожить. Ну что, паскуда? Как же вот это называется? Королевская виверна. Они редко бывают такими крупными. Откормилась, покуда людей на тракте жрала. И как вас звать, милздарь? Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. Будешь что детям рассказать. Интересно, сколько мне принесет этот кусок падали?
случае вы на север едете. Мастер-ведьмак, можно вас? Может, у нас для вас работа найдется? У нас тут люди пропали, и... Похоже, я на них наткнулся. В пещере, к северу отсюда. На них напала виверна. Один убит, остальные скоро будут здесь. Вот сука. Зря мы разделились. Не надо было их одних отпускать. А виверна? Вы ее убили? Один? Твои друзья не захотели мне помогать и награды не предложили. Ох. А откуда мне знать, что вы говорите правду? Давай подождем их, но тогда я возьму больше. Ладно, не надо. Боги вас покарают, если вы врете. Вот вам, держите-ка. Спасибо. Прощай. Дождь собирается. После того, что ты для нас сделал, ты мне всегда другом Эй, ты, задержись-ка. Геральт из Ривии, да? Ты же был недавно в Белом саду под Вызимой. Да.
Очаровательная деревня, если бы не все эти трупы. Если бы не ты, было бы одним больше. Лина, она выжила благодаря твоему эликсиру. Очень приятно, что нильфгаардский солдат так озабочен судьбой простой северянки. И несколько неожиданно. В ту ночь, когда на нее напал Грифон, она шла на свидание со мной. В лесу за гарнизоном. Скверное место ты выбрал для свиданий. Если бы не Грифон, на нее бы напал кто-нибудь еще. Я знаю. Но я мог вырваться всего на час между сменой караула. Этот лес был близко. Послушай, Лина не до конца пришла в себя. Я забрал ее с собой, когда меня сюда перевели, и думал, она поправится. Но нет, она ничего не говорит, не узнает людей. Большую часть дня спит. Я предупреждал Тамиру, у ведьмачьих эликсиров есть мощные побочные эффекты, обычно неизлечимые. Я уже ничем не могу ей помочь. Разве что какой-нибудь чародей. Я не знаю, благодарить тебя или проклинать за то, что ты не дал ей умереть спокойно. Поверь мне, мой выбор был труднее. Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Я приехала издалека. Я ищу сына. Он служил в Назаирской легкой кавалерии. Я должна его найти. Я не солдат. Тем лучше. Офицеры отказались мне помочь, но... я готова скального тролля просить о помощи, если понадобится. Спасибо за сравнение. Почему ты решила искать сына именно сейчас? Он писал мне письма. Мне и своей невесте. Регулярно. Они приходили каждую неделю, а потом внезапно перестали. Это на него не похоже. Что-то случилось. Его товарищи по оружию что-нибудь рассказали? Одни вообще не хотят говорить, другие лгут. Этот квартирмейстер, к примеру. Он сказал, что Гродеберт, мой сын, ушел на разведку и не вернулся. И почему ты ему не веришь? Мой сын служит в легкой кавалерии. Назаирская бригада. Он не разведчик. Мне нужна помощь, чтобы найти Гродеберта. Или его тело. Я готова заплатить, сколько понадобится. Как твой сын выглядел? Его узнать нетрудно. Во всей нильфгаардской армии не найти бойца с такой гривой. Волосы у него огненные. Рыжий нильфгаардец? Его отец был родом из Мактурги. Люди там светлые. Мой сын в отца пошел. Я могу рассчитывать на твою помощь? Я сделаю все, что смогу. Ты не пожалеешь. Я ради Гродеберта на все пойду. Помни об этом. Я поспрашиваю, может, что узнаю. Мой слуга пытался что-нибудь выяснить. Пил с солдатней. Но из отряда моего сына никого не встретил. Как будто его и не было. Сходи к квартирмейстеру. Может, с тобой он будет честен? Мне кажется, будет. Мать такие вещи чувствует. Ну, посмотрим. Покорный твой и твоей семьи.
ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Трудно тебе тут будет с работой, ведьмак. Я видел тебя вблизи. Император поведет нас прямо на Новый Град. Thank you.
Вот ты. Чего ты здесь выискиваешь? Работу ищу. Сейчас, сейчас. Два меча, глаза как щелки. Ты же ведьмак. Геральт из Риви. Впервые слышу. Но работа какая-нибудь найдется. Что-то ты совсем уставший, квартирмейстер. Долго вы здесь уже стоите? Слишком долго. Но придет день, когда штандарт императора взовьется над Новиградом, а потом над Тритогором. И мы вернемся домой. Покажи мне свой товар. Я увидел твое объявление. Вы, ведьмаки, говорят, отменные следопыты. Если так, то есть у меня одно дело. Несколько дней назад я отправил отряд разведчиков в лес за озером. Никто до сих пор не вернулся. Найди моих людей, верни их в лагерь. Я хорошо заплачу. Как написано в объявлении, столько и дам. Ни больше, ни меньше. В расчетных книгах порядок должен быть. Местные крестьяне вас не освободителями считают. Говори прямо, ведьмак. Отряд был небольшой, никакой подмоги. Мужики их на вилы могли поднять. Чтобы какое-то отребье порубило имперский разъезд? Может, скажешь, еще их дракон сожрал? Эссе, блюдо йог. Что твои люди делали в том лесу? Ничего особенного. Обычный патруль. Ладно, я этим займусь. Поиски лучше начни с той стороны озера. И удачи тебе, ведьмак. Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Я встретил одну нильфгаардскую женщину, она ищет сына. Вот упрямая. Я не знал, что она наняла ведьмака. Она не нанимала. Скажем так, меня тронули слезы матери. А если все матери приедут на войну искать своих сыновей? Я встретил только одну и обещал ей помочь. Стану я рассказывать какому-то нордлингу, что творят наши солдаты. Теперь соберись и расскажи все, что знаешь. Так точно. Этот рыжий щенок служил в Назаирской легкой кавалерии. Недавно он и еще несколько таких же из его роты решили дезертировать. Я приказал их выследить. Мы поймали их на болоте, недалеко отсюда. Кто-то сбежал. А что с теми, кого поймали? Мы их повесили, по законам военного времени. Но не знаю, был ли среди них тот рыжий. Я ожидал большей точности от нильфгаардского офицера. Если бы я подал рапорт, что кто-то сбежал, их бы пришлось преследовать. А у меня не было ни времени... ни средств. Так что я написал, что все мертвы. Все равно они на болотах долго не протянут. Я попробую их найти. Thank you.
Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Давно я не играл в карты с подданными Императора. Сыграем в гвинт?